Добрый вечер, дамы! Добрый вечер! Ну что ж, начнем. И первая ситуация – влюбленная пара. Дорогая, ты знаешь, сегодня такой день. Выходи за меня замуж. Или нет? Нет, все-таки выходи за меня. Или нет? Прошло 2 часа. Да. Нет. Выходи. Нет, не выходи. Выходи. Не выходи. Нет, все-таки выходи за меня замуж, да? Точно? Точно. Точно, 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 точно. Да, 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 да. Дорогой, я беременна. Опух пальчик, попал мальчик. Пошли в ЗАГС. И заметь, за язык тебя никто не тянул. Девчонки, на новогоднем утреннике. Усі діти на утренник приготували стихи, а я буду вкручувати лампочку. Лампочка на 60 ватт. Что-то тускловато. Надо поменять. Следующий номер очень простой. На приеме у уролога. Туки-туки-туки. Да-да, коллега. Здравствуйте, коллега. Заходите. Вы знаете, что я давеча отдыхал в Египте? Наслышан. Так вот. Какие плавки отхватил, а? Да-да-да, жена подарила, красненькие. Усі діти на утренник приготовили костюмчики. А я продолжаю зажигать. Лампочка на 150 ватт. Продолжаем. Обычный продавец мобильных телефонов. Под ваши аплодисменты. Парень. Я? Да-да-да, ты. Именно ты. Да? Подсказать что-нибудь? Нет, спасибо, я просто смотрю. Выбрали уже что-нибудь? Нет, спасибо, я просто смотрю. Вот тогда посмотрите на вот эту вот модельку. Хорошо смотрится в руке, многофункциональный, сенсорный дисплей. Молодой человек, я вам объясняю, я просто смотрю. Я же говорю, отличная моделька, хорошо смотрится в руке, многофункционален, сенсорный дисплей, MP3, Wi-Fi, много камер...
Ты меня достал, я просто смотрю. Так смотри в витрину. Какого черта ты в стенку смотришь, а? Слушай, ты вообще меня достал. Пошел ты в жоп. Иди сюда. Вот вам каталог, выберите в какую. Усі діти на утренник приготовили стихи і костюми. А я просто вкручую лампочки. Суздалі! Ти достал уже со своей лампочкой. Дикий молодняк, город Херсон. Бойцовський клуб! Дикий молодняк, спасибо, парни. Спросим у нашего жюри, что они думают по этому поводу. Дима, как тебе, ребята? Ой, молодцы, ребята. Драйвово, энергично. Ну, просто молодцы. Держали зал, знаете, вот как я. Даже не знаю, ребят, похвалил он вас сейчас или оскорбил. Но все равно спасибо, Дима. Спасибо, парни. До встречи. Дикий молодняк! Друзья, это были лучшие представители Херсона. Не будем их задерживать. Они уже очень спешат домой, но шутка ли? Два дня город без мэра и его замов. Дикий молодняк, Херсон! Ну, это мы! Ребят, Херсон славится своими арбузами и дыньками. А как вы думаете, вот чем славится бойцовский клуб, а? Артем, ты в зал смотрел? Ну, ну, ты видел, какие там арбузы, дыньки? Как подкалимый из Херсона, дикий молодняк!